Всем привет! Мы тут в Барселоне, у нас была встреча, вот, и плюс у моей подруги недавно был день рождения, и не было возможности собраться, встретиться, вот, поэтому я хочу ей сделать сюрприз, она вообще без понятия, и хочу отвезти ей, отослать букетик такой вот, кстати, красивый, и подарочек. Потому что я думаю, для нее это будет очень неожиданно. Сейчас подпишу открыточку такую вот маленькую. Вот. И все. И поедем обедать. Да? Если мы успеем, потому что уже полвторого, а не до трех. Блин. Ну ладно, сейчас все сейчас дела сделаем, мы потом уже определимся. Просто меня тут перекрыли, я сказал, что мы выезжаем. Попали в ресторан. Я заказала себе роидаш де примавера. Такие вот рулетики весенние. Я думаю, это рисовая штука, тесто. И внутри овощные и кисло-сладкий соус. А Ваня заказал себе шашлычки. Да. Куриные, да, они? С дали. Приятного аппетита. Приятненького аппетита. Принесли нам вторые блюда. Первые были очень вкусные. Я заказала микати с моим именем. Это рисовая лапша с соусом карри. И там еще что-то. Вон я вижу омлет, кинза, лук. А Ваня себе заказал, как это называется? Что-то там иберико. В общем, какое-то мясо. Секрет иберико. Секрет иберико. Мясо, овощи, соус и рис. И рис, жасмин. Да. Пробуем? Пробуем. Но я уверена, что очень вкусно. Народу здесь много. И здесь нереально вкусно. Но это не то блюдо, которое я ела в прошлый раз, когда мы здесь были с Надей. Вот. Ну, это хорошо. Попробуем что-то новенькое. Ну что? Вкусно. Вкусненько? Отлично. Я тоже сейчас буду пробовать свое. Мы и забрали Ванюшку, он у нас вовсю играет. Да, у меня пришли новые игры, которые я заказала с Алиэкспресс. Развивашки для Ванюшки, для мелкой моторики, для изучения цвета, фигур. Все, балуется, балуется. Да. Он немножко играет, играет, потом начинает баловаться. Потом опять садится, начинает играть. Ванюш, собирай. Дай синий стаканчик. Вот. Мне еще несколько бутылок должно прийти. Ну, бросать не нужно. Я не буду открывать, пока ты не соберешь все остальное, сынок. Нужно собрать. Сначала в одну, потом в другую. Собирай. Вот, в пакетик. Собирай. Давай. Вот. Так что, ну вот я уже вижу, какая ему больше всего понравилась на данный момент. И сейчас пока будем играть, тестировать, я буду какое-то свое мнение, да, сформировать. И потом хочу на канале сделать прям обзор, да? Обзор, да, на развивашки с Аликом. Прикольно, вот. Ты придумала. Давай. Потому что на самом деле там столько всего. Глаза разбегаются. Глаза разбегаются. И все хочется, и оно там не такое дорогое. Я видела точно такие же игрушки у нас в Порт-Инглесе, которые стоили чуть ли не 3-4 раза дороже. Да. Я заказала яйца, их нужно складывать между собой по форме. То есть нужно найти два одинаковых и сложить. Угу. Но еще не пришла эта игрушка. В Порт-Инглесе, в нашем испанском этом, торговом центре, такие стоят почти 40 евро. Я заказала за 10. Все собрала. Вот, мне кажется, вы не в тот пакетик собрали. Да, он у нас нет. А где большой? Я его под другую игру сообразила. Поэтому надо принести другой пакетик. Или, когда будем в супермаркете, купить пластиковые эти контейнеры, таперочки, чтобы прозрачное было, чтобы было видно, чтобы складывали удобно. Все, ты хочешь с мишками играть? Да? Будем играть с медведями? У меня идея, как тебе тот стол, который там у него есть. Ну, у нас же один идет стол внутри ящик, а другой стол без ящика. Но он практически им не пользуется.
Что, если его спустить сюда? Да, самолет. Стаканы собери. Хочешь играть в эту игру? Значит, собери стаканы. Чтобы он здесь играл? Что в это играть удобно, да, сынок? Это самолет. За столом. За столом. Да, и вот у тебя самолет. Как самолет делает? Молодец. А кто в самолете сидит? Кто управляет самолетом? Дядя. Дядя? Да. Дядя пилот. Скажи, пилот. Да, дядя. Дядя пилот. У нас на тракторе дядя, в самолете дядя. Хочешь эту игру? Надо сначала собрать стаканы. Убери стаканы и будем играть в эту игру. Молодец. Синий. По идее, красный, похож на розовый. Желтый. И оранжевый. Все, все собрал. Молодец, молодец, давай. То есть теперь будем играть в эту игру, да? Будешь искать разные предметы? Будешь искать самолет? Хорошо. Дойди, пожалуйста, вот в коробку. Ага. Так нельзя разбрасывать. Разбрасывать нельзя. Нужно вот в этой тарелочке играть. Вот сюда. Сейчас будешь искать. Ищи пальчиками, ищи. Это что? Машина. Давай, маме. Давай мне. Так, давай, что ты там еще найдешь? Ищи самолет. Внимательно, внимательно. Получилось? Ну вот же ты взяла его в руки. Вот. Что это? Самолет? Да? Да, вот у тебя есть большой самолет. Класс. Смотри, маленький самолет и большой самолет. Машинка маленькая. А ну-ка, большую машину найдешь? У тебя есть большая? А ну ищи в своих игрушках большую машину. Да, это пожарный. Мальчики у меня играют наверху. Я готовила тем временем ужин. Ну, как готовила? Я готовила макароны и разогревала то, что у нас оставалось с прошлых приемов пищи. У нас оставалась курочка с сыром, я разогрела. У нас оставались овощи с рыбой. Я тоже разогрела. В общем, доедаем то, что есть. И, кстати, кто не знал, на канале Sweet Home вышло видео меню на неделю. Там я делилась рецептами, которые готовила, что мы кушали. И я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу активность. YouTube выставил наше видео в тренды. Мы были на 34-м месте. Вот, и это безумно приятно. Я чувствую и вижу плоды своей работы. Я вижу, что это действительно нужно, что это вам нравится, что вы этим пользуетесь. В дальнейшем буду развивать эту рубрику и снимать. У меня уже задумки есть рецептов, которые проверены, которые мы любим и которые реально очень вкусны. И думаю, вам тоже они понравятся. Спускайтесь кушать! Вот. Так что я планирую снимать дальше эти видео. Идут. Кстати, да, у нас приехал в зал столик, за ним очень удобно играть. Там же так пусто в спальне. Да. Что случилось? Ударился? Ножкой покажи, чем ты ударился. Там ударился? А чем ударился? Ногой? Покажи. Какой? Какая нога? Вот там вот ногой? Да. Пожалеть тебя? Да. Мой мальчик, бедненький. Все? Кушать готов? Все, идем кушать. Ты готов кушать? Где твой слюнявчик? Вот он. Так, подожди, сначала слюнявчик, Ванечка. Да. Одеваемся сначала. Так, ребят, у меня ребенок поел и занимается своими делами. Чего? Я сейчас, сынок.
Я тут немного занята на кухне. В общем, мы купили ягоды, и я решила их помыть, нарезать и убрать в холодильник уже нарезанными. Таким образом мы 100% их съедим, потому что нужно просто достать их с холодильника и кушать. Вот. А если вот, допустим, клубника, ее нужно помыть, отрезать вот это все лишнее. Вот. И этим никто заниматься не хочет, поэтому клубника часто портится. Вот. Так что я решила сейчас сделаю, нарежу клубнику. Чего? А? Что, сынок, говори. Будь здоров. Скажи спасибо. Ваня еще включил посудомойку. У нас в сток выходит труба. Ваня выставил. Ванюша, это нельзя делать, Вань. Не надо. Он засовывает игрушки в стиралку. Сыночек. Ваня, нет, это стиральная машина. Туда нельзя машинки. Автомобиль туда нельзя класть. Вот, выходи оттуда и закрывай. Другая дверь. Да, вот эти. Пальчики. Вот. Вот. Молодец. Все. Вот, еще что хотела сказать, что у Ванюшки скачок роста. И он очень активный, стал очень много болтать. Вот на своем языке, вот нам непонятным. Но что я хочу сказать, что стал он хуже спать, но я понимаю, что это временно. Вот. Засыпает он очень сложно. Прям бедняга. Прям ну, по-моему, сложно очень уснуть, мается, балуется. Вот. Я вообще стараюсь при нем ничего такого не говорить, потому что это прочитала я в книгах, что очень важно то, о чем мы говорим о своих детях. Когда мы думаем, что они не слышат, на самом деле они все слышат и мотают себе на ус. И мы стараемся говорить все только позитивное. Поэтому у нас ребенок молодец. Когда уснет, я уже вам расскажу, что да как. Вот. Так что вот делаю малину с бананом. Нужно будет просто открыть и съесть. Я, допустим, сегодня с удовольствием съем вечером, когда буду рисовать или читать, съем тарелочку фруктов. Кто-то может сказать, что бананы на ночь плохо, но, блин. Ой, чего только неплохо в этом мире. Чего только можно и нельзя. И почищу мандаринки тоже. Так. 4 штучки. Тебе отдаешь, Ванюш, да? Вот смотрите, у меня получились. Вот сюда я еще добавлю мандарины. Тут просто клубника, сюда я тоже мандаринки добавлю. Сейчас их почищу. Сыночек, закрой, пожалуйста, шкаф. Мандарину будешь? Хочешь мандаринку? Нет? Он так хорошо поел, поэтому не думаю, что он что-то будет. Папа? Где папа? Иди поищи папу. Скажи, папа, ты где? Убежал искать папу. Это папа, видать, где-то спрятался. Наверное. Бегает. Папа, папа. Ты нашел папу? Вань? Нашел папу? Да. Да? Где он? Вспомнила, что у меня лежит еще в холодильнике манго, который тоже нужно съесть, потому что если пропадет, будет ой как обидно, ой как обидно. Подготовила для него такой вот контейнер, топерочек, и сейчас буду его нарезать, тоже очищать, нарезать.
О, какой ароматный. Вот что по итогу у меня получилось. Держи. Вкусно? Да сейчас. Ненасытный ребенок. На. Давай. Сейчас спать пойдем. Манго. Клубничка с мандаринками. И бананчик, мандаринка и малинка. Супер. Вкусно? Вкуснятина? На руки? Нет, на ручки нельзя. А то ты увидишь и начнешь тут обжорством на ночь заниматься. Я тебя знаю. Ванюшенька наш спит уже давно. Мы сегодня ничего не смотрели. Занимались делами. Ваня занимался монтажом, я занималась своим проектом, взяла большой объем работы, глаза уже просто в кучу, вот, и иду я умываться и ложиться спать, завтра рано вставать, да, ну, мы каждый день рано встаем, вот, но завтра нам еще к 10 утра нужно будет. Поехать сам куда-то. Да. Да, поэтому я сейчас весь проект, я сделаю экспорт проекта. Я еще до этого ни разу не делал. И продолжу монтаж уже завтра. На ноутбуке. На ноутбуке, да, пока Катя там будет делать различные всякие процедуры. Да, Ваня мне еще помимо этого еще и снимать будет. Да. Ну, в общем, вот, все увидите. Я, в принципе, грубую нарезку сделал. У меня осталась самая кропотливая работа, которая занимает намного больше времени, чем просто монтаж. То есть монтаж, он занимает время, именно нарезка. А вот все остальное, добавление там титров, эффектов, цветокоррекция, все остальное, звуковое сопровождение, оно занимает для меня, по крайней мере, я могу день потратить на это. Больше. То и больше. Ладно, все, ребят, будем с вами прощаться. Всем спокойной ночи и всем пока-пока.